Вчера министр обороны Армении Сурен Папикян в сопровождении руководящего состава Генерального штаба Вооруженных сил посетил военные учения «Баграмян», принял участие в демонстрации военной техники в рамках оперативных сборов, понаблюдал за боевыми стрельбами. Сурен Папикян также ознакомился с новейшими образцами военной промышленности Армении, обсудил с представителями компании вопросы, связанные с сотрудничеством. Ситуация в отношениях Еревана и Москвы не вселяет оптимизма из-за позиции власти Армении. Об этом заявил министр иностранных дел России Лавров. ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях и в 2021 году была готова направить в страну свою миротворческую миссию, добавил он. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сделал заявление, касающееся двухсторонних отношений с Россией. «Никто ничего не делает против России. У нас был друг, старший брат, союзник, который должен был нас защитить. Пришло время, он не защитил нас, он оставил нас», – заявил Симонян. Между МИД Республики Армения и Республики Корея в четверг в Ереване состоялись пятые политические консультации под руководством заместителей министра иностранных дел двух стран – Нацакана Сафаряна и Чон Бюнвона. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов двухсторонней повестки. Впервые Армения примет участие в собрании глав парламентов стран ЕС, которое пройдет в Испании в середине следующего месяца. Никто из постсоветских стран не получал еще такого приглашения. Министром иностранных дел Палестины стала армянка. Президент Палестины Махмуд Аббас назначил главой МИД в новом палестинском правительстве технократов Варсен Агабекян, этническую армянку из семьи армян, спасшихся от геноцида в Османской Турции. Агабекян родилась в Иордании в 1958 году. Она является членом Высшего комитета президента по контролю за делами церкви в Палестине. В 1983 году она получила степень магистра в университете Пердью, штат Индиана, США, и степень доктора политических дел в университете Питтсбурга. В Баку не перестают жаловаться на политическую жизнь. Официальный Баку никогда не получал такой безоговорочной поддержки от Брюсселя и Вашингтона, как ее получает Ереван, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Честно говоря, это уже напоминает элементарную ревность. Ничего, Гаджизаде, когда-нибудь, когда вы тоже станете демократией, с вами тоже будут дружить нормальные страны. Иранские СМИ обратились к послу Ирана в Азербайджане. «Господин посол, уйдите в отставку». Иранцы считают, что посол опозорил и себя, и страну, так как позволил азербайджанской журналистке, взявшей у него интервью, прийти без покрытой головы и в мини-юбке, хотя она представляла якобы мусульманскую страну. Кроме того, журналистка выставила рядом с собой флаг Азербайджана, хотя не является официальным дипломатическим лицом. Доллар и евро продолжают дешеветь по отношению к армянскому драму. Рубль пока стабилен. К сожалению, такое резкое укрепление драма может очень негативно сказаться на экспортерах из республики. Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян и посол Франции в Армении Оливье Декотини посетили главную площадку Академгородка, территорию, прилегающую к 17-му кварталу Еревана, чтобы ознакомиться с участком и деталями разрабатываемого проекта. Посол Декотини и ректор французского университета Сальва Накузи высоко оценили масштабную работу и выразили готовность рассмотреть вопросы развития и расширения французского университета в Армении в рамках проекта «Академгородок». Система скидок в 30% при оплате штрафов за нарушение ПДД в течение первых 15 дней начнет действовать с 5 апреля, а с 1 мая вступит в силу вторая бонусная составляющая – скидка еще 20%, если гражданин выберет цифровой способ получения уведомления о штрафах. В этом году Армения была выбрана центром проведения 8-й глобальной конференции ООН по винному туризму. Издание National Geographic совершило винный тур по регионам Армении и представило винную культуру Армении миру. Порог беспошлинных онлайн-покупок в Армении с 1 апреля снизится до уровня ЕАЭС и составит 200 евро, сообщает Комитет госдоходов. Ранее он составлял 200 тысяч драмов, 470 евро.
28 марта в Центре репатриации и интеграции состоялась открытая встреча-дискуссия на тему возможности дополнительного образования и переквалификации для репатриантов. Центр репатриации и интеграции был открыт в 2023 году и стал отличной возможностью для интеграции репатриантов, стремящихся переехать на родину. Здесь активно осуществляется целый ряд программ, созданных для содействия репатриации, поддержки процесса эффективной интеграции репатриантов и их активного вовлечения в общественно-политическую, культурную и социально-экономическую жизнь Армении. Данные задачи центр осуществляет путем проведения образовательных программ, которые включают в себя бесплатные курсы армянского языка, бесплатные семинары по разным сферам, регулярные виртуальные и очные форумы, сетевые мероприятия, ярмарки вакансий и курсы профессиональной подготовки. Так, 28 марта в Ереване состоялась встреча-дискуссия на тему возможности дополнительного образования и переквалификации для репатриантов. Ее цель – представить репатриантам и армянам диаспоры государственные программы дополнительного образования и различные курсы переквалификации, предлагаемые частным сектором. На встрече приняли участие также представители Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Начальник отдела разработки стратегии аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры Хованес Алексанян отметил, что для центра очень важно оказать поддержку в создании благоприятных условий для репатриантов, налаживании контактов и предоставлении ценной информации и ресурсов для тех, кто стремится восстановить связь с Арменией. В конференции принимают участие также государственные структуры, представители Министерства культуры, науки и спорта, а также организации, которые представляют образовательные услуги. Кстати говоря, многие из этих организаций были основаны как раз репатриантами. Как вы знаете, центр предоставляет услуги бесплатного образования, туда входят курсы изучения армянского языка, курсы интеграции и многое другое. Все это позволяет репатриантам улучшить свои знания и стать более востребованными специалистами. Очень много курсов в сфере IT. Сегодня здесь мы запустим много новых программ. В будущем мы планируем запустить также программу для детей-репатриантов. Надеюсь, это все позволит людям пройти сертификацию и получить достойную работу, которая будет хорошо оплачиваться. Все программы, которые мы запустили, можно начинать изучать с нуля, не имея никаких знаний в определенной сфере, что делает их еще доступнее. Мне здесь повезло быстро найти работу, причем, что я не в IT-сфере. Я нашел очень классную команду, меня приняли, я смог реализовать здесь свой потенциал. Я думаю, что здесь есть огромный потенциал, огромные возможности для развития, но есть определенные риски, которые нужно тоже учитывать. Поэтому в ближайшие там, годы я планирую оставаться тут и далее развивать эту страну с помощью тех проектов, которые мы делаем с командой. Геннадий Оганесян – один из репатриантов, вернувшихся из России в Армению и прошедших предоставляемые Центром репатриации и интеграции образовательные курсы. Благодаря им он смог легче приспособиться к жизни на родине, найти работу и теперь делает все, чтобы внести свой вклад в построение светлого и процветающего будущего для родины. Сейчас работаю программистом. Если говорить про переезд, то он дался довольно легко, потому что здесь и родственники мои, и друзья, и вот за последний год очень много людей нашел, которые мне близки по духу, и уже с ними общаюсь на протяжении вот последнего года. Язык я еще учу. Вот 3 месяца здесь отходил на курсах репатриации и интеграции. То есть уже читать, писать я умею, чуть-чуть говорить. Ну, надеюсь, что в дальнейшем смогу говорить свободно. Центр репатриации и интеграции непрерывно продолжает делать всевозможные шаги по поддержке репатриантов на их пути для возвращения в Армению, что, безусловно, будет способствовать постоянному росту числа семей и отдельных граждан, ежегодно принимающих решение о переезде в Армению. Сона Галдунс, Эрнест Арутюнян, Хайк Медиа, город Ереван, Республика Армения. Армения предоставит помощь в размере 300 тысяч долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей пострадавших от землетрясения 1 января на японском полуострове Ното. В Армении запретили трансляцию на территории страны авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале РТР «Планета».
Разные арабские СМИ опубликовали репортажи о прибытии гуманитарного груза из Армении для жителей сектора Газа. Посол Армении в Египте Грача Паладян лично встретил груз в аэропорту и передал его египетскому обществу Красного полумесяца, которое в течение 1-2 дней организует передачу гумпомощи пострадавшим жителям Газы. Армения и Индия расширят сотрудничество в сфере кинопроизводства и технологий. С целью укрепления дальнейшего сотрудничества с Арменией и изучения инвестиционной среды в Армению приехали представители технологической, анимационной и компьютерной игровой компании из Бангалора и встретились с представителями сферы кинопроизводства и руководством Центра креативных технологий ТУМО. Многие, возможно, не знают этого, но фильмы «Мадагаскар», «Трансформеры» и многие другие были созданы именно индийскими компаниями. Американский кинопродюсер и сценарист армянского происхождения Сеф Оганян станет продюсером фильма по мотивам музыки певца и гитариста-виртуоза «Принца», сообщил Deadline. Производством фильма будут заниматься Universal Pictures и основанная Оганяном компания Proximity Media. Известный музыкант и исполнитель Михаил Шуфутинский дал пресс-конференцию перед началом своего концерта в ССК имени Демирчана в Ереване. «Любовь к Армении у меня с давних пор. Когда-то меня пригласили музыкантом, пианистом в коллектив известной армянской певицы Лолы Хомянс. Тогда это была одна из лучших джазовых певиц в нашей стране. Выступать с ней было большим счастьем», – рассказал музыкант. Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2027 года пройдет в Армении. Это первый чемпионат мира по олимпийскому виду спорта, который пройдет в Армении. В 2023 году в Армении прошел чемпионат Европы по тяжелой атлетике.